В годы Великой Отечественной войны на территории средней школы номер 1 села Благодарного располагался эвакуационный госпиталь 2110 и 4830. Здесь, на территории средней школы номер 1, 6 августа были похоронены советские воины, судьба которых долгие годы осталась неизвестной. И вот в ходе поисков было установлено, что одним из погребенных здесь воинов является архангелийский Моисей Григорьевич. Память о погибших воинах здесь установлена. Мемориальная плита, на которой выбиты имена Королева Сергея Ивановича, Кушникова Ивана Акимовича, Кварцхава Амрозия Николаевича, Крюкеля Миши Милосовича, Лебедева Поликарпа Ивановича, Победина Дмитрия Петровича, Чепелева Василия Федоровича, Ахмедова Ибрагима, Джаманкулова Хаби и Хангалийского Моисея Григорьевича. Вечная память погибшим героям. Низкий земной поклон. И огромное спасибо всем тем, кто заботится об этом памятнике. И особо хотелось бы выразить главе нашего Благодарнинского городского округа Тинькову Александру Ивановичу. Верю и надеюсь, что память о погибших героях будет сохраняться долгие годы. Не зря на этом обелиске выбиты слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». Пусть живут века ваши имена, воины, отдавшие за Родину свои святые жизни. Бессмертный путь.